Меня зовут Антонина, я вас всех приветствую на своем канале «Дачный сезон. Круглый год». Первая инкубация куриных яиц в этом году. Закладывать на инкубацию буду свои яйца породы боркасская барвистая и покупные покупала через интернет «Фокси Чик». Покупала на птицефабрике. Свои яйца отмечала каждый день. Ставила число на яйцах. Перед началом инкубации провела овоскопирование подручными средствами. А именно, у меня есть функция фонарика на мобильном телефоне, полусумрак в комнате и хорошо просмотрела все яйца. Ну, на наличие трещин. Вот показываю. Отложила 4 яйца. Какие разные трещины могут быть на яйцах. Подготовка инкубатора. Открываем инкубатор. Он весь в разобранном виде, потому что я его промывала, просушивала. Вот снимаю насадку, на которой будет стоять мой инкубатор. И я с помощью этой насадки буду осуществлять поворот яиц. Такой полуавтоматический, но руками. В моем инкубаторе есть вентилятор. В инкубаторе мы выкладываем ложементы, ставлю я 4 решеточки с салфетками, это будет проходить увлажнение. Так как мы инкубатор поворачиваем вокруг своей оси, наливать воду в поддон здесь не приходится. Здесь осуществляет увлажнение в инкубаторе вот эти вот влажные салфетки. Многие задают вопрос, можно ли мыть яйца при закладке в инкубатор. Ну, можно, можно, и даже это не вопрос. Но очень нужно работу выполнять аккуратно и тщательно, не надавливая на скорлупу. И если яйцо чуть-чуть испачканное, то я протираю только это место. Чистые яйца я не протираю. Значит, растворчик марганцовки, тепленькой водички, этого обычный ватный диск. Этого достаточно, чтобы вытереть такие загрязнения на яйцах. Еще раз повторю, что вот эти цифры пописаны, это дата сбора этого яйца. Экспериментирую, закладываю яйца 10-дневной давности. Раньше закладывала максимум 7 дней. Прошло 5 часов, инкубатор прогрелся до заданной температуры 38,2. Сейчас буду закладывать яйца. Ставим инкубатор на ось, на вот этот штырь, который я уже показывала. На нем будем осуществлять поворот инкубатора. То есть не каждое яйцо будем руками брать. И нет у меня механического поворота, а поворот ручной. Но все-таки вот одной рукой я даже легко могу повернуть инкубатор в любую сторону. Надели инкубатор на конус, поставили его наклонно и начинаем закладывать яйца. Яйца закладываем тупым концом вверх и немножко наискосок. По поводу пустот. Пробовала разными там и бумагой, и картоном, но больше всего мне понравилась вот такую чистую новую мочалочку для мытья посуды. Разрезала я на необходимой части и заложила пустоты между яйцами. В каждую лунку для увлажнения заливаю первый раз по 40 миллилитров тепленькой водички. Вода закипевшая и остывшая до теплого состояния.
проливаю по два таких шприца 20 кубиковых в каждую вот такую вот влажную салфетку. Ну что, вот яйца мы заложили, увлажнили, инкубатор прогретый. И сейчас мы закроем это все крышкой и начнется первые сутки инкубации. Температура 38,2. Охлаждение мы не проводим. Проводим только поворот яиц 2 раза в сутки. На этом пока все. Пока-пока.